Из школы в детский сад. Сейчас сарагашские ученики вынуждены делить здание с дошколятами. Оно, конечно, современное, но все равно неудобно. Учиться приходится в две смены. Хотя такие трудности дети, родители, педагоги готовы терпеть. Ведь в их родной школе идет и долгожданный ремонт. В 2022 году мы выполнили проект, защитили, прошли экспертизу, а в этом году попали в программу модернизация школьных систем образования. Республика Хакасия выделила нам на 78 миллионов на ремонт школ, из них 9 миллионов – это на оборудование. Сарагашская школа была построена в 50-х годах прошлого века. Несколько лет назад здесь отремонтировали спортзал и столовую, а вот основной корпус очень нуждался в ремонте. На сегодня строители уже завершили демонтажные работы и приступают к строительству. Сейчас уже на крыше уже начинается монтаж крыши. Там работает бригада, они сейчас укладывают кирпичи, ложат самый брус и будут делать крышу. Началось уже примерно, усиление оконных проемов. Уже идет не только демонтаж, и монтаж. Так что мы практически со своей данной работой справляемся. Капитальный ремонт коснется стен, крыши, полов, окон, инженерных систем. Строители признаются, ремонтные работы оказались сложнее, чем ожидали. Нужно вносить некоторые изменения в проект. Но бригада работает ударными темпами, пока укладываются в график. Стараются успеть к 1 сентября. Мария Мишнина, Андрей Доржу, РТС.